руководствуясь статьями 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд приговорил признать Рязанова Дмитрия Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3, статьи 30, частью 1, статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Наказание в виде лишения свободы отбывать Рязанова в исправительной колонии строгого режима. Срок отбывания лишения свободы и считать Рязанова со дня вступления приговора в законную силу. Дмитрий, вы согласны с приговором? Нет. Не держалось? Да.